Я готов к экзамену. Первый вопрос. Какое значимое событие произошло в 2055 году? В 2055 году был построен трансконтинентальный Максыма-провод. Правильно. А в каком году сборная Кыргызстана по футболу выиграла чемпионат мира? В 2030-м. Они тогда встретились со сборной Франции в финале и выиграли со счетом 4-2. В каком году обновили рекламный плакат магазина «Светоч» на Киевской? Ни в каком, его еще не обновили. Ну и последний вопрос. В каком году дистанционное обучение в Кыргызстане стало доступно для каждого? В 2020 году, когда мобильный оператор О запустил тарифный план «Окуучу» для дистанционного обучения с безлимитным доступом ко всем приложениям и сервисам, нужные для дистанционного обучения. Поздравляю, вы сдали на отлично.